Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, можно ли научить городскую кошку ловить мышей на даче. В реальной жизни не каждая кошка готова поймать мышь. Многие домашние кошки боятся грызунов и не знают, что с ними делать. Но даже в городских кошках живет охотничий инстинкт. Споры о том, какие породы кошек лучше ловят мышей, не прекращаются до сих пор. Считается, что неплохие мышеловы получаются из сиамских, бенгальских и сибирских кошек, а также британских короткошерстных и мейн-кунов. Конечно же, лучше всех ловят мышей беспородные кошки, которым приходится делать это на улице ради выживания. Однако городские беспородные кошки также не прочь поохотиться. При этом есть грызунов они не будут. Гораздо больше им нравится оставлять мышей и крыс под дверями или прятать в обувь. Считается, что к ловле мышей больше склонны особи женского пола, чем мужского. Дело в том, что у котов сильно развит половой инстинкт, который порой мешает им выполнять свои охотничьи обязанности. А вот кошка, наоборот, больше расположена к охоте, так как у нее природой заложено будущее выкармливание потомства. В целом, животные обоих полов смогут ловить мышей. Ловить мышей способны только здоровые и активные кошки. Если животное прошло процедуру кастрации или стерилизации, то охотничий инстинкт у него будет сохранен. Но вот желание размяться и поймать мышку может быть очень слабым. Чтобы оно сохранилось, не стоит перекармливать питомца. Это также защитит его от различных заболеваний в будущем. Стимулируйте животное вести активный образ жизни. Некоторые уверены, чтобы кошка ловила мышей, нужно отказать ей в домашнем корме. В итоге голодное животное будет вынуждено выйти на охоту. Но на самом деле это заблуждение. Важно понимать, что ловля мышей и крыс – определенный риск для здоровья кошки. Грызуны часто являются переносчиками различных заболеваний и паразитов. Кроме того, они нередко отравлены ядами, что может привести к гибели любимца. Если животное ест грызунов целиком, то увеличивается вероятность заражения опасными болезнями, например, бешенством. Поэтому здоровье кошки нужно держать под строгим контролем. Вовремя обрабатывать от блох и глистов, а также делать необходимые прививки. В целом, научить ловить мышей можно любую кошку, учитывая все эти факторы. Но будьте готовы к тому, что несмотря на все ваши попытки, животное останется равнодушным к охоте. У кошек бывают очень разные характеры, и не все подходят для поставленной задачи. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.